Значит, последний у нас с вами идет зелень, да, мы отправляем зелень петрушки, нарезанную, помытую. Значит, здесь у нас с вами тушится морковка, да, то есть последний слой мы выложили морковки в наш сотейничек. После перца, да, морковка должна последней доготовиться, то есть ей требуется меньше времени для готовности. И закладываем сюда также нарезанную петрушку, да, накрываем крышкой и продолжаем готовить. Да, также не забываем все это помешивать, да, в течение нашего приготовления. Итак, пока что все это у нас доготавливается, да, мы убираем, да, все убираем, убираем наш стол рабочий, да, все выбрасываем, то, что у нас осталось после, значит, нашей подготовки, да. То есть мы все это должны выбросить, вот, и подготовить нашу тарелочку, да, нашу тарелочку подготовить, в которой мы будем вкушать нашу пищу, да, наше приготовленное сегодня блюдо. Так, кладем зелень петрушки, да, нарезанную, накрываем все крышкой, убираем наш рабочий стол, наше рабочее место, да, и продолжаем готовить, тушить, да, наше сегодняшнее блюдо. Итак, увидимся в следующем ролике.